Ребята, всем привет! Вы на канале Чемитова Жаргала. Я вам, ребята, хотел сейчас рассказать про тележку для транспортировки блоков. Смотрите, ребята, чтобы, допустим, был мягкий ход, чтобы, допустим, не у всех непосредственно там бетон, да, ровный. Для этого, ребята, вам надо, короче, обязательно от тачки, получается, от тачки вот эти колеса обычные. От тачки вам надо будет подшипники непосредственно поставить, такие хорошие подшипники, тогда ваша тележка очень долго будет ходить. С родными подшипниками это вообще хлам, короче, полный, китайские подшипники эти. И видите, в чем момент, допустим, когда в гранитной крошке очень много камня, тогда когда со станка выходят блоки, да, они очень хрупкие, потому что камня много, вязкости мало совсем, поэтому нужен мягкий ход. Мягкий ход непосредственно вы просто спускаете колеса, камеру спускаете, да, и у вас мягкий ход получается. Тогда вы можете транспортировать без проблем. То есть все блоки целые и геометрия также хорошая геометрия. Вот. Вот это вам хотел сказать. Это, ребята, ось этого, получается, родного, ну, получается, тележка вот заводская, да, а вот у него, смотрите, какие колеса. Вот это родные колеса, но они вообще грубые, на самом деле, вот посмотрите, вон. Здесь никакой камеры, ничего нету, поэтому она только и идет непосредственно по бетону, по гладкому полу идет. Я, в общем, их отказался от них, буквально года два, наверное, с ними работал. Потом я понял, что нужны такие колеса. Вот. И, соответственно, у вас мягкий ход будет. То есть блоки будут идеальные, ровные, вот, как у меня. И, соответственно, это и все будет в порядке. Ладно, ребята, всем пока.